Школа движения – это же самые задроты, вы что, как же без них? Это ж самые вот такие непотребные, самые отбросы собрались. Им же никто не дает, поэтому все бабы плохие, понимаете? Ну, что вы хотели, да? Эти неуспешные, они все там. Потому что успешные мужчины, женщин всех юзают прекрасно. МДшники – это вот такое непотребство. Если, ну, это видите, вот это вот мужское вот вообще дно, вот отстой, грязь из-под ногтей, вот эти точно никому не нужны. Ну, у нас же тоже есть женщины такие вонючие, на помойке живут, бомжихи. Ну, и то у них, наверное, больше аудитория мужская, чем у МДшников. Всем привет! Вот сколько бы я не слышала от таких вот женщин мысли по поводу мужского движения, все они говорят по одному, так сказать, скрипту. Маленький буй, недомужчина, отсутствие денег, нищеброд. То есть все, вот все они говорят исключительно, ну еще и бабы вам не дают. Только вот знаете, сколько я знаю мужчин с мужского движения, которые просто пользуются женщинами, ни копейки в их копилочку не вкладывают. И при этом они не говорят, что они не любят женщин. Они любят женщин, они пользуются женщинами и живут в свое удовольствие. И никто из них, в общем-то, не женат и не был женат и не собирается жениться. И это нормально, это правильно. И при этом они спокойно говорят, да, я сторонник мужского движения. Так кто из них плохой? И, кстати, люди неплохо зарабатывают. Но они потому, так сказать, и богатые относительно, да, богатые, потому что они деньги просто вот в тухлые вареники не вкладывают.